В Екатеринбурге завершился Кубок митрополита. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, два отдела Екатеринбургской епархии, спортивно-патриотический отдел по делам молодежи, впервые провели турнир, в котором участвовали футболисты и атлеты. Соревнования были посвящены 70-летию Великой Победы. Вначале состоялись состязания между ребятами на гимнастической перекладине по системе «Русский силомер» среди молодежных команд приходов Екатеринбургской епархии. Сотни школьников, студентов приняли участие в масштабных спортивных соревнованиях. Они прошли в Екатеринбургском суворовском училище. Сегодня на турнике представлены команды многих приходов города Екатеринбурга. Также приехали представители институтов и институт Уральский государственный университет физической культуры представил 100 человек, которые принимают эти зачеты и сами выступают в соревнованиях. Большое спасибо. Также большое спасибо Суворовскому училищу, которое предоставили эту площадку для проведения соревнований. Главная цель соревнований – это возрождение дворовых видов спорта, развитие турникового движения. Параллельно на стадионе училища проходили финальные игры турнира по мини-футболу. Отборочные соревнования среди команд православных объединений города шли с марта этого года. Главный же кубок соревнований получила команда «Георгий Победоносец», которая в финальном поединке победила команду «Семинаристы». Надеюсь, что эта традиция станет постоянной, и спортивные мероприятия, которые среди прихожан, среди молодых прихожан, и по футболу параллельно с этим проходит, и по русскому силомеру в честь 70-летия Победы будут постоянно проводиться и будет развиваться и физкультура, и спорт. Всем победителям и призерам двух соревнований на торжественном награждении были вручены командные и личные кубки и медали. А все участники уже сейчас с нетерпением ждут следующего года, когда будет разыгран второй Кубок митрополита.